С очередным мастер-классом в наш город приехала Ирина Хакамада. Известная писательница, бизнес-тренер и общественный деятель поделилась со зрителями своим личным опытом о том, как сделать жизнь более успешной и гармоничной. Мастер-класс под названием «Три ключа к успеху» открыл для жителей нашего города новые инструменты достижения целей как в бизнесе, так и в личной жизни. Послушать советы известного публициста пришли около 400 мужчин и женщин с активной жизненной позицией. Мастер-класс длился несколько часов, после чего саратовцы могли задать спикеру интересующие вопросы и сделать фото на память. Если вы решили порвать и уйти в противоположный бизнес, вот как я преподавала, решила заняться частным бизнесом, и вы поняли, что вы все равно это сделаете, опять же, восточный подход – не спешить. Вы не бросаете работу, но в свободное время вы занимаетесь этим самым маленьким, скромным бизнесиком. Или даже идете где-то, помогаете кому-то работать в чужом бизнесе, чтобы понять и разобраться. О ключах своего успеха общественный деятель и бизнес-тренер Ирина Хакамада расскажет в итоговой программе, которая выйдет в эфир в субботу, 30 мая в 12:30. Не пропустите!